Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Apple Magic Mouse. И сейчас я покажу вам, как проверить серийный номер этого устройства. Итак, что для этого нужно? Для этого нужно взять и открыть крышку мышки. Как это делается? Вы берете и натягиваете вот этот вот пластиковый элемент на себя и просто отпускаете. Все, мышка успешно снята. Вернее, крышка. Затем нужно вытащить батарейки. Ну, батарейки снимаем самым простым способом. Собственно, не паримся по поводу того, что может что-то с мышкой произойти. Просто вытаскиваем батарейки. И здесь, уже внутри нашего корпуса, мы видим серийный номер нашей мыши. Что ж, надеюсь, это видео было полезным для вас. Если это действительно так, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем всего хорошего. До свидания.